Всем привет! Думаю, дай попробую вяхеря поохотить. Раньше пробовал, что-то не очень получалось. Нашел, покатался. Первый раз выехал. Не очень удачно выбрал место. С подхода 3 штук взял. В итоге они на березах рассаживались. Я погулял. Ну, 3 штук взял. Короче, они все вот на этих деревьях рассаживались. А потом вон там на поле сели все. Сейчас я попробую. Может, с подхода получится подойти, но заодно посмотреть место, чтобы в следующий раз там скрадок поставить. Ух, поднялся весь. Ой. Один есть. С полем, Артем Александрович. Одного бахнул. Ух. Вот это голубь. Вот это я понимаю. Так, и вон он полетел весь там рассаживаться. Ну, есть тут вяхерь, ага. Блин, во второго как не попал. Почему мимо? Блин, почему это падает нахер? А вяхерь не падает. Thank you.
Сегодня приехал, опять поставил скородок, чучела. Но они на березах рассаживаются, а ко мне особо не летят. В общем, видимо, со скородком я там неправильно что-то сделал. Потом скородок убрал, просто в естественных условиях, так скажем, спрятался. Ну и получилось пострелять. Вот 5 штук стрелял. Плюс еще с подхода где-то такие шумовые налетели. Один прям хороший, уже взрослый, с пятном белым. Получается с полуподхода.
чучела мои. Еще один вихерек. О, хорош. Взрослый. Чучел мало. Надо еще купить. Сизы его хорошо садятся. А вихерь басается. Сейчас камеру не успел включить. Подранок вот сюда ушел. Блин. Ух ты. Чуть. Обычно только я пошел здесь тоже одного подранка поискать. Сразу полетело все. Просто ястреб мой мое чучело схватил. Сидит, не понимает, что происходит. Ух, еба. Вот это высотища. Вот это высотища, охренеть. И сразу наглухо. Стреляю, если что, во, иглой. Гораздо больше. Ой, это хороший. Ну все, все, брат. Так вышло, что я не промазал. Это был первый вяхер, который заинтересовался чучелами. Ну, чуть далековато, конечно. Может быть. А вот последствия нападения ястреба. Теперь у меня чучело дырявое. Негодяй.